Йога и смешивки, мы, так сказать, не продолжаем, а пытаемся разузнать, что же будет, если собрать все фрагменты ключа. Это у нас Гуакамоле 2, да, если что. А я, как и говорил, я телепортировался уже в первый остров. И мне нужно попасть, как я понимаю, сюда, в этот промежуток. А для этого нам нужно вот это все быстренько преодолеть. Но так как у нас есть двойной прыжок, у нас есть остальные вещи, мы довольно быстренько с вами это все проскочим, я думаю. Я вообще не вижу сложности, так как у нас нету преград. Считайте. Нам ничего не мешает вообще. Так, нам вперед. О, да ладно. Так, нам теперь вниз. Так, отлично. Я могу это просто дело пролететь. А, здесь не получилось проскочить быстро. Да поливать. ХП сейчас отрегенить можно раз-два. Хорош скелет. Ой, блин, а здесь еще эта ж херня. Лам, в принципе, имеет двойной прыжок, поэтому здесь намного легче все. Мне... Ладно, это мне надо. Ой, сосешь, сосешь. Понимаете, что я иду хер знает куда? Иду еще не факт, что даже то место, куда мне надо. А что тут? Я же сам могу контролировать. Попало. Типа, если я вылечу за этот, я могу просто изменить цвет. Да и все. Так, налево.
Так, а теперь наверх. Чё, блядь? В смысле? А... Окей. А что я тогда ищу? Ну, тут нету никаких процветов. Ну, только сюда, вон там есть что-то сияющее. Это сейчас серьезно? Ладно, давайте тут посмотрим. Нет, тут ничего нету. Окей. Пойдемте прямо просто. Вот. Окей, есть камешек. Вопрос, откуда? А, все увидел. Нет, я не увидел. Это бред. Как мне под храм зайти? Так, ладно. Нефритовый храм. Как мне попасть в нефритовый храм? Что это красное? Откуда это красное? Я смотрю, тут нету потайных проходов. Значит, нужно с отсюда идти. Хотя возможно. Ясно. Я попал в нефритовый храм, хорошо. Все-таки угадал. О, избранный, мне кажется, фрагмент особенного ключа где-то совсем рядом. Учти, путь к нему будет полон опасности. Хорошо. Чего? Минуточку, я ничего не понял. А, я понял. Я понял. Мне нужно просто бежать за этой полосой. И главное отставать.
Она... Это быстро надо делать? Пиздец, как быстро. Ну слушайте, зато мы нашли, где этот фрагмент находится. А как я должен так быстро делать все это? Как бы в курином теле так не получится гасать. Ладно, больше трайв. Значит, здесь он за мной не успевает, а там за мной он успевает. Видите ли? Может, дело в том, что я тут боюсь? Нихера, откуда я мог знать? Буду знать. А, я перелетел. Намного быстрее будет. Ну да, так он ускоряется немного. Я сейчас перебусь. 3 часа ночи, я пытаюсь какую-то хуйню здесь сделать. Что это за наёбка? Сраные наёбки. Они всюду. Главное еще запомнить, по какой я линии бегу. Почему? Почему я не успел? А давайте...
так оно никак, да? Он типа по-любому мне нужно по так по этой полосе бежать. Даже музыка закончилась. Просто немного остановилась, и все, считайте, ты сдох. Не, в натуре даже музыки нету. Ой, что я забылся. И музыка началась. Вот, я вот здесь простираю. Понимаете? Только там. А что, если реле так сделать буду? Это надо, плевать. Тупой ключ нужно достать. Хотя, знаете, если не на все 100% игру проходить, я могу хотя бы этот попытаться забрать. Как он называется? Потелепортироваться более-менее, где могут находиться вообще эти все вещи. Ой-ой-ой! Что-то я, бля, задумался, и я как-то тот момент прошел. Только как? Так, тихо. Уже даже музыка не играет. Ты чувствовал, когда ты лаву коснулся? Ну все, окей. Пускай все так и будет, пускай так все и будет. Вот снова, сука. Какого черта ты не успеваешь? Назад отлететь, может, надо? Можно попытаться будет. Поздно, рано. Просто музыки уже нет. И только... Так. Это видео, можно сказать, блять, вы можете поспать нахуй. Типа здесь драйв столько этих надо, я херею. Сука, то быстро... медленно пытаешься вот в нос с этой линии бежать, и понимаешь, сейчас не так, блять, и сгоришь. Ну вот, как это назвать, это хуйней можно назвать только. Я не хочу досики смотреть, как эта херня проходится. И не факт то, что вообще челики, как я прохожу на 100%. Им бы просто пройти игру, да, и все. Ну, типа, я могу на 100% пройти, ну, типа... Вот снова, ну, а что я мог сделать? Как я за той линией вас успею?
Типа, может, да, с способностями здесь нихера не сделаешь. Блять, тут же древо было легче. Знаете, здесь даже не то, что сложность механики прохождения этого места, чем сложность и тупость скорости справа налево полосочек. Вот, а что? А я сейчас понял. Сейчас попробуем. Сделай там не двойной прыжок, а одиничный. Сейчас покажу. По идее должно получиться. Но один факт, мне нужно будет потом карту учить дальше. А, ясно, понял. Спасибо. Я не буду как там пройти. Надо вот эти моменты с перекрестием подучить. Типа, может... Ай, блин. Может, я типа могу и в обратную, знаете, по сторону специально идти, чтобы сэкономить время. Пиздец, на 40 минут будет по-любому, как обычно. Удалю нахуй это видео и запишу заново. Try. Why didn't I know? What didn't mean it? I know. Курочка. Вот. Только я не понял, что я сделал, ну ладно. Все, найс. Пососи. Изи. Так. Одно есть. Давайте примерно подумаем, где оно может быть. Мы будем отталкиваться... Да. По просмотру карты давайте попробуем. Так. Здесь все найдено. Потому что это город, да, у нас? Ну тут есть проход, окей. Тут есть проход. Там должна быть большая территория. Ну
Величело тоже отлетает. А, мне тут еще трубку нужно найти. Ну, здесь типа сокращение пути. Один хер нам нужно все обыскать, потому что могут быть секретные проходы. Да, полетели. Хуй знает, какой попытки нам это сделали. Так, туда нам не надо, наверх там все собрано. Где все собрано, короче, только сейчас прямо и вниз. Сюда, да, вниз. Чувство, когда не знаешь, что делать. А ладно. Это нужно все делать этим челиком. Надо подумать. Да, ну вы ад придумали. Да. Почему курицы не летают? А потому что они не нажимают буковку А. Ладно. Да,
почему бы и нет? Может, нахер я это достаю сейчас? Может... На обратном пути, типа. Да ладно. Здесь она все-таки находится. Замечательно. Так-так, не ждал встретить тебя здесь, Лучадор. Это путь вперед к череде испытаний. Преодолеть их под силу лишь сильнейшим и сильнейших. Здесь тебе не место. Возвращайся обратно, если тебе дорога жизнь. Я тупой. Да. Но это легко на самом деле. Просто сделал дырку. Теперь просто кидаешь их всех сюда, да и все. Легко. О, это что интересно. Курицу прокачал. Изи. Осталось только мне прокачать захваты и пиночки. Воу, воу, что новое? Thank you.
И откачиваемся. Качаем, качаем, качаем. Хорош. Это быстро. Так, энергию. Я вообще не понимаю, что происходит. Я это прошел, да, получается, испытание? Найс. Чисто 80 тысяч. Я чисто миллионер. Ты справился? Но как? Когда я впервые тебя увидел, то не мог поверить, что ты и есть тот герой, одолевший Калаку. Конечно, годы берут свое, Хуан. Но теперь... Теперь ты мне больше не напоминаешь героя, который я когда-то ожидал увидеть. Зря я так быстро подчинился Сальвадору. Зря я не поверил тебе. Что скажешь, старина? Оставим наши разногласия в прошлом. Тьфу. Тогда посмотрим, как ты... Так ли силен наш лучадор, как говорится, легенда. Да ладно. Стой, Хуан, подожди. Мы ведь можем забыть старые обиды. Ты всегда был жалким трусом. Мой двойник из другого измерения рад встрече. Позаботимся о нашем старичке. Ясно. Ты и достойный соперник, Лучадор. У нас припасен для тебя еще один сюрприз. Кот в мешке, так сказать. Еще один мой двойник из другого измерения. Рад тебя видеть. Вы издеваетесь? Пора прощаться, Хуан. А, точно. Там монать. Да ёлки-палки. Еще, главное, звук Соника вот этот. Сейчас я отхилюсь, подождите, ребят. Палы. Соники Дэши.
Я помню тот удар. Ты снова победил, Хуан. А у тебя еще не порох в пороховницах. Как же глуп и труслив я был. Может тебе удастся сокрушить Сальвадора? Может, есть еще надежда для моего измерения. И для меня, и для меня. Удачи, Лучидор, тебе она понадобится. Пиздец, это сейчас серьезно было? Просто дорвался с тремя боссами. Хотя да, ради яичка я вам скажу. Это вам не хухры-мухры. Что же сейчас будет? Ну что, тогда думаю, не будем задерживаться и сразу отправимся. Куриное измерение. Так, стоять. Так, отлично. Так, нам сюда. Ну, я думаю, тогда не будем собирать дальше остальные вещи. Если надо, там будет, если что, будет интересно. Я думаю, я тогда это засниму и попытаюсь прицепить. Но мне почему-то кажется, что там интересно вообще ни хера не будет. Ну, типа, других измерений, я имею в виду, такого ничего не будет. Тюрьма, сердце. Полетели, посмотрим, что это за святой ключ, который так как нам говорили. Ну, заметьте, что мы намного больше сделали, то есть уже босс был секретный. Это он! Особый ключ! Потрясающе! Особый ключ, особый ключ! Ой, избранный! Я сейчас и уже помогу тебе открыть важную дверь! Важную дверь, важную дверь! Смотри, важная дверь открылась! За ней тебя ждет сложнейшее испытание! Насколько? Если сможешь его преодолеть, награду получишь легендарное особое послание. Послание? Избранный, я верю в твои силы. С нетерпением жду твоего триумфального возвращения. Ну ладно, хватит, это уже не смешно. Вы можете перестать? Кому говорю, хватит? Неважно. Горнило. Ага. И даже не знаешь, куда идти, так? Ага. Понял, принял. Чёртовы иллюминаты. Нихера себе, это еще должен по воздуху пытаться попасть. Пиздец. Это действительно очень сложно.
Окей. Найс. Экс. Теперь я по-любому здесь еще миллион трайф убью. Да. Ага. Ага. Окей. Нихуя не понял. Это слишком сложно. Надо еще подумать. Я не знаю, как я там проходил. Я не понял, как я там прошел вообще. Это чисто микро-микро. Куриные масоны. Чисто куриные масоны. Так, буду надеяться, что мне там места хватит. Я еще и тупанул, сука. Короче, сразу бежим. Бац. Хорошо, дальше. Сразу бежим. А если... О, слушается. Просто миллион трайв. Тысяча трайв. Триллион трайв. Еще и лаги.
Горю. Горю. Я горю. Сейчас просто, блядь, понять как-то. С этой куриной хуйней. Тупой поток ветра, просто тупой поток ветра. Ладно. Давайте сделаем таким образом. Раз. Смотрите. Раз. Почему я не успел? Я забыл прыгнуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Изи. Далее. Спасибо вам за способность яйца. Теперь я вообще не могу пройти ни хера. А так я не пролечу, да? Ну они походу все продумали, почти. Монете я представляю, если кто-то будет спидранить вот эту херню, он же охуеет. Ладно, давайте попытаюсь не тупить. Или что-то нереально не тупить. Так. Ну мне на что в ту хуйню удариться. А хотя я знаю, как там все это делается. Ну-ка, сейчас. Ага. А, подожди. Всё, я понял. Сразу, если бежать, можно успеть.
А я просто не могу понять, куда мне дальше. Хотя нет, я понял, куда мне дальше. Сейчас, а ну-ка. Смотрите, мы сначала бежим. Удар. Удар. Оп. Оп. Это так нужно сейчас не тупить. Так, окей. Епа. Еба. И главное, нужно, чтобы он еще не так уж и высоко был, эта херь. Так, сразу сокращение делаем. Так, время еще есть? Что по месту? Так, место еще есть, давайте. Надо добить. Ё-моё. А как это... Подождите. Как я это проверну, блядь? Я даже понять не могу. Все, я понял. Главное сразу двигаться. Главное сразу двигаться. Только не с самого начала, пожалуйста.
Все, я понял. Это легко. Я тупой, блядь. Так, раз, два, три, четыре. Бац, бац. Как я не попался, я не знаю. Так, сразу сокращение открываем. А, то есть они все одинаковые. Кроме верха. На этот головоломки. Да хоть не с самого начала. А, блядь, они все скользкие. Ебать. Вы поняли, что я сейчас сделал? Я скипнул головоломку. Вот что я сделал, блядь. Сосите нахуй. Так, туда мне пока что не попасть. Скорее всего, мне дадут силу бесконечно все использовать. Здравствуй, я священная курица. Как дела? Ах да, священное послание, священный ключ. Послание будет такое. Передай этим курам, не парьтесь о золоте. Вот и все. И ты тоже... Так, парься поменьше, ладно? Хуан. Пореже оглядывайся назад. Иначе опустишь то, что впереди. Мир кажется другим, если смотреть на него сквозь маску. В принципе, я говорил. You are a super player. Я знаю, что я супер игрок. Thanks. Я супер игрок, ребята. Там так было написано. Теперь у нас, так сказать, есть святой полет. Ну, конечно. Теперь ты можешь выполнять круизный удар сколько угодно раз перед приземлением. Ну да, в принципе, ребят, вот и вся. А то, что нам сказали, смотри сквозь маску, по идее, оно, наверное, ничего нам не даст. Пророчество сбылось, пророчество сбылось.
Легендарная курица. Спаситель золотого яйца, спаситель. Вот и все, по идее. В принципе, ребята, это и все на самом деле. Куриное логово зачищено. Все, что от нас требовалось, мы получили. Поэтому как-то так. Давайте сюда выберемся, поговорим. Святые несушки, ты вернулся, избранный. Ты нашел особое послание? Особое послание, особое послание. Что? Непонятно? Не парьтесь о золоте. Не парьтесь о золоте. Ну, значит, оно заметило золото. Надо всем рассказать. Она заметила. Больше золота, нужно больше золота везде. Золото. Ну, вот, в принципе, ребята, все. Если я еще что-то в игре найду, в принципе, такого типажа, то, в принципе, это засниму, и потом мы сделаем склеечку, и все. Поэтому великое место, куриное логово, мы с вами обнаружили. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Да, чуть не забыл. Я ж собрал все ключи, давайте сходим на босса, если, как я помню, в первой части мы ходили тоже на босса после маски. Ну, когда мы собрали все части, была другая концовка. Давайте посмотрим здесь, как будет концовка. Если вы помните, та концовка у нас закончилась на том, что он типа вернулся, но он вернулся. Типа, конечно, весь заросший был, но вернулся. Сейчас быстренько битву проделаем. Теперь у нас есть бесконечный полет. Лед. А, здесь нужно было походу с петухом и фразы. Так, с этим мы справились. Если не ошибаюсь, он же тогда вообще даже урону, да, не нанес. Или наносил.
Что произошло? Стоять! Запись нормально? У меня игра какого-то черта в окуной режим прошла. Все твердили, что я должен снять маску, это было, но я не смог. Она стала частью меня. Я их спас. Это все пыль. Семейный храм. Потом мы, получается, вышли с портала, они начали беседу, да? А, тут же долгий, да, ролик? Или нет? Да-да-да-да-да-да. Мы справились, Хуа. Теперь пора вернуться. Вот-вот сейчас. А, порталы сейчас не работают. Так, потом появляется с шляпой. Из этого другого мира можно попасть в любое из измерений. Наверное, в них легко запутаться. Значит, получается, что другой мир связывает все измерения воедино. Все измерения воедино. Все измерения воедино. О, вот это уже новенькое что-то. Пореже оглядывайся назад, иначе опусть... Опусти что? Впереди. Мир кажется другим, если смотреть на него сквозь маску. Снимай маску, Хуан. Если ты хочешь попасть домой, ты должен ясно видеть, куда идешь. Закрывается, Хуан, нет. Так, потом у нас была концовка, да, вот мы появились здесь. А, слушайте, а он пока оказывается, видите, он вернулся еще молодым, типа еще дети молодые, все. То есть он раньше вернулся к семье. Ну да, это считайте хорошая концовка тоже.
Но там, да, он, получается, просто вернулся намного раньше. Слушайте, единственное, что можно понять, что здесь нету намека на продолжение. То есть здесь можно сказать, да, что она заканчивает вообще всю историю Гуакамоле. Если, допустим, во второй части там что-то портал, да, засасывало, что происходило, то здесь, в принципе, ну, мексивселенная, здесь было что-то новенькое. И я даже не думаю, что они смогут дальше, если они и что-то и решат придумать, что они вообще придумают. Поэтому, ребят, как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И до следующих игр. Всем пока.